Музей под открытым небом. В параде Победы в городе впервые будут участвовать некоторые виды военной техники времен Великой Отечественной войны. Новоуренгойский объединенный авиаотряд подготовил макет знаменитого истребителя И-16. На нем летал дважды герой Советского Союза Борис Сафонов. Опытный летчик служил в 72-м смешанном авиационном полку, который дислоцировался на севере. Обо всех экспонатах подробнее расскажет Аминат Дышекова. На первый взгляд простенький самолет, однако в начале войны этот «Ишачок», как любя называли его солдаты, составлял основу советской истребительной авиации. Впервые в городе на параде Победы будет представлена точная копия знаменитого И-16. Такой необычный подарок подготовил Новоуренгойский объединенный авиаотряд. Выбор экспоната не случайен. Боевая машина имеет славное историческое прошлое. Длина воздушного судна составляет 6 метров. Макет пока никому не показывают. Все, что связано с этим самолетом, можно выразить одним словом – легенда. Начиная от его создания, его создавал легендарный авиаконструктор Поликарпов, который к тому времени, с 29 года, уже сидел в тюрьме, создавал его, сидя в тюрьме, по обвинению в измене родине. Вот. Испытывали его легендарные летчики Валерий Чкалов, поставил его на крыло, продолжал его испытывать Владимир Кокенаки, знаменитейший испытатель. На этом сюрпризы не заканчиваются. В праздничном шествии примет участие и паровоз – черный локомотив с так называемым вагоном-теплушкой. Экспонат пока хранят в специальном боксе. Как обещают организаторы, у желающих 9 мая будет возможность сделать фото на фоне исторической техники. Без сомнений, советские железнодорожники в целом внесли огромный вклад в приближение долгожданной победы. В первые месяцы войны, значит, из зоны боевых действий в тылы, на Урал, в Сибирь было эвакуировано более 2500 предприятий. Из них более 1500 оборонного значения. Эвакуировано свыше 18 миллионов населения из зоны боевых действий. Значит, и в то же время встречными перевозками осуществлялась доставка грузов и военной техники в зону боевых действий. В районе площади памяти установили советские танки Т-72 и Т-80. Именно это место выбрали новоуренгойцы путем голосования в прошлом году. Теперь каждый горожанин сможет прикоснуться к великому прошлому. Амина Дышекова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».